Сначала они даже не пожали друг другу руки, а потом обсуждали секс-скандалы. Ну а в итоге все закончилось угрозами засадить соперника в тюрьму. Вот краткая выжимка вторых дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Это не считая массы других курьезных моментов. Зал рассмеялся из-за того, что джентльменам Трампа, пожалуй, назвать трудновато. Но неудивительно, что в США дебаты считаются скорее шоу, и за ними следят миллионы человек. Обсуждали кандидаты в президенты и нашу страну, но обо всем по порядку. Итак, Хиллари Клинтон может попасть за решетку, причем в самое ближайшее время. Дональд Трамп пригрозил ей этим во всеуслышание. My attorney general to get a special prosecutor to look into your situation because there has never been so many lies, so much deception. Трамп обещал, если он станет президентом, то начнет расследование почтового скандала. Когда Клинтон была главой Госдепа, то использовал для рабочей переписки личную электронную почту. А потом всю эту, по сути, государственную переписку просто удалила, за что была подвергнута жесткой критике. Правда, ФБР состава преступлений в этом не нашло, в отличие от Трампа. Разошлись мнения кандидатов и по поводу отношения к России. Клинтон заявила, что уже противостояла Кремлю, когда была госсекретарем, и готова сделать это вновь уже на посту президента. Трамп высказывался аккуратнее. I think it would be great if we got along with Russia, because we could fight ISIS together as an example, but I don't know Putin. Ну и, конечно, было много обсуждений секс-скандалов, к обвинениям в адрес Трампа мы, в общем-то, уже привыкли. И он еще раз извинился за свои грубые сексистские высказывания.